Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем эфире. Меня зовут Анна Хасина, и мы с вами сегодня поговорим об особенностях коммуникации в ходе приема врача-пульмонолога. Вопрос, который в первую очередь мы рассмотрим, это как повышать compliance, то есть приверженность лечению у пациентов врача-пульмонолога. И мы будем говорить не обо всех пациентах, а о пациентах с хронической обструктивной болезнью легких, и на их примере поговорим о том, как строится, на основании чего строится комплаенс и как мы можем его повышать. Ну, прежде всего, насколько комплаенс – это проблема? Ну, я думаю, нет врача-пульмонолога, который бы не согласился с тем, что это действительно, ну, если не проблема, то, по крайней мере, существенная задача врача, и врач думает о том, за счет чего можно этот самый комплаенс повысить. Исследования показывают, что приблизительно 50%, да, ужасающая цифра, 50% пациентов врача-пульмонолога не будут соблюдать назначения своего врача в полной мере или не будут выполнять их вовсе. Ну вот если представить, у вас, например, сегодня на приеме было 10 пациентов, 5 из них не будут делать то, что вы им сказали. Это не просто грустно и обидно врачу, но это также существенным образом влияет на качество и продолжительность жизни пациента. Если мы говорим о финансовом выражении некомплаентного поведения, то вот зарубежные коллеги предоставляют такие цифры. Более 100 миллиардов в год составляет некомплаентное поведение, да, стоит здравоохранению некомплаентное поведение пациентов. Мы сейчас в первую очередь говорим, мы говорим не только о пациентах врача-пульмонолога, но в целом о всех пациентах. А вот если обращаться уже теперь к пациентам врача-пульмонолога, да, к тем, кто, к сожалению, болеет хронической обструктивной болезнью легких, то те виды некомплаентного поведения, которые пациент может продемонстрировать, будут следующими. Во-первых, пациент не пользуется тем рецептом, который выписывает ему врач. И если более широко смотреть, то не соблюдает рекомендации, которые врач дает. Соблюдает, но принимает некорректную, неправильную дозу. Все это делает, но делает в неподходящее время. Не тогда, когда врач назначил, не столько раз, сколько врач рекомендовал принимать лекарства. Частоту доз увеличивает или уменьшает самопроизвольно, не советуясь с врачом. Слишком рано прекращает лечение. Стало чуть лучше, пациент по разным причинам, например, не хочу себя химией травить, мне очень сложно соблюдать назначение, прекращает лечение, также не советуясь с врачом. Так называемый отпуск от лекарств. Пациент сам с собой принимает решение, что вот, например, в будние дни он принимает препараты, а в выходные дни у него отдых, и объясняет это. У него есть разные объяснения, почему так он действует. Не обращаются за медицинской помощью своевременно. Это, согласно исследованиям, такая специфическая российская и Восточной Европы реальность. У нас достаточно терпеливые пациенты. Может быть, это немножко удивительно звучит в контексте того пациентского экстремизма, который широко обсуждается в последнее время. В то же время, если вот надо потерпеть, то российские пациенты в этом смысле, к сожалению, впереди планеты всей. Ну и, наконец, последнее относительно лечения, да, назначения лекарственных соблюдает рекомендации врача, но относительно своего образа жизни, да, изменения, к сожалению, не соблюдает эти рекомендации. Мы, конечно, в первую очередь здесь говорим про рекомендации относительно курения. Если говорить о том, от чего зависит комплаенс, то вот то же самое исследование, на которое я ссылалась на предыдущем слайде 2008 года, показало 4 крупных блока причин, от чего зависит приверженность лечению. Ну, первое – это сам пациент. Причем здесь как рассматриваются характерологические особенности этого пациента, и мы об этом сейчас чуть подробнее поговорим применительно к пациентам с ХОБЛ, так и информированность пациента. И здесь некоторым образом мы можем говорить о действиях врача, да, по информированию пациента. И также мы отдельно с вами поговорим о том, какова зона ответственности врача в этом процессе и чего следует ожидать от пациента. Второе – это течение болезни. Известно, что чем легче протекает заболевание, тем ниже будет комплаенс, приверженность лечению. Пациенту не нужно менять многое в своей жизни в случае легкого течения болезни. У него нет существенной мотивации, комплаенс будет ниже.
Это соотношение сложности и эффективности лечения. И также мы в конце нашей лекции поговорим о том, какая вообще есть формула оценки и предсказания компонентного поведения пациента в зависимости от сочетания сложности и эффективности. Ну и, наконец, последнее, от того, насколько поддерживает окружение пациента в его стремлении лечиться, менять свой образ жизни, или, к сожалению, семья, друзья, окружение, там, рабочее окружение не поддерживает в этом пациента, обесценивает его усилия, смеется, или для того, чтобы оставаться вот в этом социуме, пациенту нужно, ну, например, курить. Поэтому мы можем такой вот промежуточный итог подвести, исходя из того, что было на предыдущем слайде, да, вот эти вот четыре блока, что для достижения комплаенса что нужно? Ну, нужно информировать пациента, сообщить ему диагноз, дать ему полную информацию о том, как протекает его заболевание, как будет выстроено лечение, чего ему следует ожидать, чего не следует ожидать. Мы поговорим с вами о том, какими словами, в какой момент это лучше всего делать. Это по возможности постараться уменьшить факторы риска, в особенности фактор курения. Ну и, наконец, последнее – это научить пользоваться ингалятором, научить регулярно принимать лекарства, то есть оттренировать у пациента те навыки, которые позволят ему выполнять назначение врача корректно и правильно. Интересные исследования в рамках подготовки этой лекции я нашла. Это уже исследование 2016 года, да, прошло 8 лет, и вышли новые данные, которые говорят о том, что от того, в какой форме врач сообщил пациенту о его заболевании, о течении этой болезни, о том, как ему придется лечиться, как нужно будет соблюдать режим, что делать, и второе, от того, насколько пациент был удовлетворен взаимоотношениями врача с врачом, простите, и приемом, также очень сильно зависит комплаенс пациента. Вот обратите, пожалуйста, внимание, удовлетворенность пациента взаимоотношениями с врачом и приемом ни разу до сих пор в нашем диалоге не фигурировала в нашем рассмотрении. Неудивительно, почему это так. Вот если мы в целом поговорим с вами о том, какие взаимоотношения возможны в сфере медицины между врачом и пациентом, то мы выделим здесь три возможных варианта взаимоотношений. Первый – это нам хорошо известный привычный вариант, это патернализм, это то, что господствовало в, например, российской медицине до последнего времени, и по-прежнему вот этот вариант отношений продолжает оставаться доминирующим в большей части медицинских организаций, когда врач наделен медицинским знанием, он тот самый главный человек, который все понимает про заболевание, про лечение, про то, как нужно это организовать, он, на нем лежит основная ответственность, и он принимает основные решения. Далеко не всегда пациенты, современные пациенты в 2019-2020 году хотят продолжать взаимоотношения с врачом из в варианте патернализма. Они хотят принимать участие в принятии решений относительно своего здоровья, относительно тех назначений, которые производит врач. Они хотят быть более информированными, хотят больше разбираться в том, что происходит. Зачастую в силу отсутствия как медицинских знаний, так и в целом общей культуры, патернализм, отказ от патернализма принимает вот такие вырожденческие формы, и антитеза патернализму – это консумеризм или потребительство, когда пациент, как посетитель ресторана, требует лечения по меню, требует выкладки всех вариантов и хочет принимать решения самостоятельно, и врач как будто бы остается на вторых ролях. Конечно, это не просто не нравится врачам, это совершенно отвратительно врачам, но также это очень плохо для того терапевтического контакта и взаимоотношений между врачом и пациентом, которые должны складываться в ходе приема и должны способствовать эффективному лечению.
Консюмеризм плох тем, что главным в принятии медицинских решений становится пациент, а пациент действительно не может принимать такие решения, он недостаточно компетентен. Но также понятно, что этот консюмеризм возникает как следствие, да, вот как будто маятник качнулся в другую сторону, как следствие того, что долгое время был патернализм, и вроде бы это уже тоже теперь не вариант. То есть мы с вами посмотрели, что это два полюса, варианты, да, два варианта взаимоотношений в медицине. Ни тот, ни другой не является оптимальным, а оптимальным является партнерство или сотрудничество, когда решение принимают врач и пациент совместно с той степенью вовлечения пациента, которая этому пациенту комфортна. Также правда в том, что далеко не все пациенты мечтают принимать активное участие в принятии решений. Они могут делегировать это принятие решений врачу. Говорят: доктор, вы скажите, пожалуйста, как действовать, и я буду действовать. Но также правда и в том, что если врач принимает решение без учета мнения пациента, не вовлекает пациента в принятие медицинских решений, в их обсуждение, то априори комплаенс такого пациента, приверженность лечению, к сожалению, будет ниже. Если мы с вами говорим о взаимоотношениях партнерства в лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, то возникают сразу два вопроса. Что же должен делать врач для того, чтобы выстроить эти отношения партнерства, и как он должен действовать? Ну вот давайте пойдем последовательно. Ну, во-первых, что он должен сделать? Он должен сообщить пациенту о диагнозе. Удивительно, но исследования показывают, что 33% пациентов с хронической обструктивной болезнью легких знали, что вообще это такое, что это за болезнь такая, как она протекает и чем она пациенту грозит. Поэтому как должен действовать врач? Он должен сообщать диагноз и всю релевантную информацию правдиво. Он должен информировать пациента о течении болезни и о прогнозе. Вы вправе сейчас меня спросить, а если прогноз неблагоприятный, если мы ожидаем, что этот прогноз испугает пациента, если мы не очень хотим нагнетать психологическую атмосферу в ходе приема, поэтому как должен действовать врач? Это сообщать всю эту информацию правдиво, но в балансе с надеждой, да, выстраивать правильно, да, выдерживать правильные взаимоотношения правды и оптимизма, и надежды. Ну и, наконец, последнее. Принятие решения о лечении должно происходить совместно с пациентом в той степени вовлечения пациента, которую он сам предпочитает. А что это за пациенты? Вот те пациенты, которые приходят к врачу-пульмонологу, и врач ставит им диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких». Оказывается, есть так называемый психологический тип пациента с ХОБЛ. И первое, что хотелось бы отметить, это тип тревожно-мнительный. Любой пациент с любым заболеванием, наверное, априори более тревожен, чем уже упомянутый нами посетитель ресторана. Но если мы говорим о пациентах с диагнозом ХОБЛ, отчетливо тревожно-мнительный и депрессивный компонент является аспектом заболевания, вне зависимости от характерологических особенностей пациента, которые были у него и до болезни. Действительно, депрессия у пациентов с болезнью ХОБЛ, и это показывается в исследованиях, возникает чаще, чем при любом другом хроническом заболевании. Эквитное или рентное, еще иначе говоря, поведение, которое пациент зачастую демонстрирует в отношении врача или родственников. То есть он пытается получить какую-то выгоду от того, что он болен, от того, что у него диагноз ХОБЛ. Ну, например, к врачу он может приходить с требованиями выписать льготные препараты. От родственников он может ожидать дополнительной поддержки, помощи, снисходительности. И, к сожалению, вот такое эквитное поведение или рентное поведение – это тоже элемент протекания заболевания. К сожалению, также ожидаемый уровень комплаенса достаточно низкий. И это имеет смысл знать врачу-пульмонологу,
при старте работы с пациентом с хронической обструктивной болезнью легких. Конечно, это не означает, что врачу не нужно предпринимать усилия для того, чтобы повысить комплаенс, для того, чтобы его добиться. Это означает исключительно, что врачу не стоит расстраиваться, если этого не случится, при условии, что все действия врача были абсолютно корректными и правильными. И в части выстраивания коммуникации. А давайте поговорим немножко о той коммуникационной реальности, которая сопровождает врача при взаимодействии с пациентами с ХОБУ. Ну, во-первых, большинство пациентов не знают результаты исследований о прогрессирующей природе своего заболевания. К сожалению, исследователи не показывают, какое большинство, мы не знаем конкретных цифр, но сама идея впечатляет. Ведь по смыслу это первое, о чем должен был сообщить врач в ходе приема, да, о прогрессирующей природе хронической обструктивной болезни легких. Склонны преувеличивать тяжесть своего заболевания. Мы с вами только что говорили про так называемое рентное поведение, с другой стороны, такая тревога, мнительность, склонность к тяжелым депрессивным раздумьям. Пациенты преувеличивают тяжесть заболевания, ощущение, что все пропало. Я уже упоминала, что только 33%, треть пациентов знают о причинах возникновения болезни и о том, как предотвращать обострение. И это впрямую подводит нас к разговору о том, как обеспечивать комплаенс в отношении отказа от курения. Ну, давайте пойдем последовательно. Вот если мы говорим о том, как обсуждать диагноз, уже понимая, какие психологические аспекты, да, будут у пациента с ХОБЛ, ну, мы сразу с вами понимаем, что, во-первых, пациенту нужно предоставлять оптимальный объем информации, не нужно вываливать на него все сразу. Пациент с хронической обструктивной болезнью легких придет к вам неоднократно. Вы не первый, но не последний раз видите этого пациента, поэтому информацию стоит давать ему дозированно. А для того, чтобы понять, каков он этот оптимальный объем информации, что конкретно нужно рассказать пациенту, можно в самом начале вашего рассказа сначала задать вопрос. Знаете ли вы что-то о хронической обструктивной болезни легких? Да, что вы сами думаете, что вы сами знаете об этом заболевании? Слышали ли вы что-то? Возможно, у кого-то из родственников пациента было такое заболевание. Возможно, кто-то из его друзей умирал на его глазах. Возможно, у него и собственные страхи, опасения, ожидания в отношении лечения. Врачу будет очень полезно узнать о том, что, так сказать, в голове пациента до того, как он начнет свой рассказ. А второе, для того, чтобы не растекаться мысли по древу и не рассказывать, не выдавать информацию, которая пролетит мимо пациента и не останется с ним, имеет смысл определиться, какая информация нужна пациенту прямо сейчас. И для этого также можно спросить, вот что вы хотели бы узнать в первую очередь. Кто-то спросит: доктор, сколько мне осталось? Кто-то спросит: доктор, я буду мучиться или нет? Кто-то не задаст ни одного вопроса, пораженный той информацией, которую вы только что сообщили. Кто-то будет беспокоиться о том, сможет ли он сохранять самостоятельность, кто-то о продолжительности жизни. То есть этими примерами я хочу проиллюстрировать тот факт, что разных пациентов будут беспокоить совершенно разные вещи, и о том, чтобы не говорить, для того, чтобы не говорить абстрактно, а для того, чтобы сосредоточиться на тех темах, которые конкретному пациенту наиболее интересны, имеет смысл сначала узнать тот круг тем, которые вы дальше будете обсуждать. А еще вопрос, что важно обсудить прямо сейчас? Вот эта формулировка «прямо сейчас» фокусирует пациента на происходящем здесь и сейчас, на том приеме, на который он пришел к вам. У врача ведь всегда ограниченное время приема, это 15, 20, 30 минут, и это то время, которое он максимально готов уделить пациенту, но для того, чтобы не быть голословным, для того, чтобы дать ему ровно ту информацию, которая нужна, нужно сначала спросить. Что вас интересует, да, что вы хотели бы знать? Мы с вами упоминали, что пациенты с ХОБЛ это пациенты тревожные, мнительные, склонные к депрессии. Поэтому очень важный вопрос любого врача-пульмонолога – это как пациента не испугать дополнительно, да, ведь диагноз сам по себе достаточно страшен. Поэтому первое, что имеет смысл сделать, это говорить
максимально, ну, так сказать, человеческим, а не медицинским языком. Вы знаете, удивительно, вот я много работаю с врачами и убеждаюсь, что это довольно трудная для многих врачей задача. Потому что мы читаем статьи на, ну, условно-медицинском языке, мы пишем, заполняем карты медицинским языком, конференции, доклады, выступаем мы сами или слушаем. Вот та терминология, тот язык, на котором мы привыкли общаться, не всегда подходит для пациентов. Ну, например, у вас ХОБЛ, заболевание хроническое и смертельное. Ну, казалось бы, это человеческий язык, но, с другой стороны, что такое ХОБЛ в этой фразе не расшифровано. И так вот сразу огорошить пациента, хотя это и правда, что заболевание хроническое и смертельное, это закрыть возможность дальнейшего обсуждения. И, ну, фактически доктор ставит перед собой невыполнимую задачу или трудновыполнимую, да, дальше извлечь пациента из того, той пучины отчаяния, куда он сейчас погрузился. Я уж молчу о том, что схема принятия диагноза такова, что пациент может отказаться принимать его, да, может сказать: нет, доктор, вы, наверное, ошиблись, вы посмотрите внимательно в анализы, что-то вы путаете, пойду-ка я другому врачу перепроверю. И вот на этой перепроверке, на недоверии к врачу, пациент теряет время, которое можно было бы там с пользой использовать, простите за тавтологию, на то, чтобы ему помочь. Ну вот, например, такой вариант, да, то есть так мы говорить не будем. Вот такой вариант. У вас хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание связано с прогрессирующим, практически необратимым сужением бронхов, приводящих к дыхательной недостаточности. Однако исключение факторов риска может способствовать и так далее, и так далее. Вот по смыслу здесь все правильно, но вот такая, ну, условно-медицинская речь оказывается недоступна для понимания большинства пациентов. И невзирая на то, что вы говорите абсолютно правильные вещи, по большому счету правильным языком, вы сейчас разговариваете не с пациентом, а как будто с собратом врачом. Поэтому вот говорить так, наверное, тоже не вполне эффективно, а для того, чтобы информировать пациента, дать ему правдивую, но в то же время обнадеживающую информацию, можно сказать, например, так. У вас хроническая обструктивная болезнь легких, это заболевание связано с прогрессирующим сужением бронхов, это сужение бронхов приводит к дыхательной недостаточности, заболевание необратимое, но это не означает, что мы не сможем вам помочь, это означает, что мы будем работать с вами совместно над тем, чтобы вы жили полноценной жизнью, над повышением качества жизни. Вы сказали абсолютную правду, вы не внесли ощущение необратимости, вы дали надежду, то есть вы соблюли, да, с помощью таких слов вы соблюли баланс правды и надежды. Это очень способствует принятию диагноза и выстраиванию доверительных отношений с врачом и, как следствие, комплаенсу. Что еще важно? Важно давать информацию дозированно, мы с вами об этом говорили. Так сказать, информация на один укус. Вот сколько сможет проживать за один раз пациент? Не рассказывайте ему все сразу. Он вернется, он еще вас о чем-то спросит. Вы сможете дополнительную информацию дать ему на следующем приеме. Например, вот будет вполне достаточно, если вы скажете в ходе первого приема: послушайте, у вас есть два врага. Это, во-первых, мелкая пыль, а во-вторых, это сопливые люди. Вот нам сейчас с вами нужно обсудить, как вы будете этих врагов избегать. Это правда, это сказано простым бытовым языком. Пусть вас не смущает выражение «сопливые люди», да, на медицинском языке вы бы это сказали по-другому, и мелкая пыль, собственно, но это ровно тот язык, который хорошо поймет пациент, это образ, который останется у него в голове, который он несет с собой после встречи с вами. Очень важно проверять понимание, и здесь есть несколько нюансов. Вот если просто спросить пациента: вы все поняли? Что обычно отвечают пациенты на такой вопрос? Ну, конечно, они отвечают: да, я все понял. Или: я ничего не понял, доктор. Как из этого варианта мы не понимаем, что конкретно непонятно, что именно требует пояснения. Это не очень хороший вопрос для того, чтобы все-таки понять, что пациент усвоил, да, где требуются дополнительные пояснения. Можно попробовать перефразировать. Например, скажите: что непонятно?
Что подсказывает ваш опыт? Что обычно отвечают пациенты? Ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что большая часть пациентов скажут, да нет, ну, в целом все понятно, но на самом деле не очень понятно. То есть, если честно, вот этот второй вариант несущественно лучше первого, и так тоже, наверное, нам говорить не стоит. А, например, вот есть такой прием, лайфхак, для врача-пульмонолога можно спросить у пациента: слушайте, вот я хочу убедиться, что мы с вами все понимаем одинаково. Вот вы, например, когда вернетесь домой, будете рассказывать вашим домашним про то, как прошла наша встреча, вот вы им что расскажете? Да, при условии, что у нашего пациента есть те домашние, с которыми он готов будет поделиться аспектами, да, разными аспектами визита к врачу. Что бы вы рассказали, ну, например, вашему коллеге или там, вашему товарищу? Да? Это не впрямую вопрос, повторите, что я вам только что сказал. Этот вопрос звучит очень дружелюбно, в то же самое время позволяет пациенту сосредоточиться на том, что вы ему только что рассказали, повторить это своими словами, а вы заодно с легкостью можете проверить понимание, что он понял, какие еще аспекты вашего обсуждения нуждаются в дополнительных пояснениях. Иллюзия, которая владеет врачами, зачастую звучит следующим образом. Если пациент что-то не понял, он мне это скажет. Но вот мы с вами уже начали обсуждать, что, к сожалению, не всегда так бывает, потому что врач и пациент по-разному медицинскую информацию понимают. Более того, пациент может ориентироваться на знакомые слова, знакомые термины, но не вполне понимать, как они расшифровываются. В скобках заметим, что это частая причина непонимания пациентов того, что они прочитали на сайтах, форумах и так далее. Да? Доктор Google, к сожалению, не дает объяснений, что означают термины. Для этого нужно было получать медицинское образование. А если врач что-то говорит пациенту, а пациент его не совсем понимает, далеко не всегда пациент будет готов признаться в том, что он не понял. Это требует, в общем, достаточного мужества. А вообще большинству людей в этот момент неловко и стыдно признаваться в том, что они чего-то не понимают. И скорее пациент скажет: «Да, я все понял», для того, чтобы избежать вот этого чувства неловкости и стыда. Это такое объяснение тому, что мы с вами обсудили на предыдущем слайде, почему не стоит впрямую задавать вопрос, все ли вы поняли и что вы конкретно поняли. Более того, когда врач подробно, как ему кажется, сообщает пациенту, чем чреваты нарушения его рекомендаций или отказ от лечения, и пациент, казалось бы, в итоге должен понимать всю серьезность ситуации, вот, увы, это тоже не так. И мы можем посмотреть на результаты исследований, которые нам говорят, что почти 80% медицинской терминологии врач не объясняет. Пациент, слушая врача, кивает, возникает полная иллюзия, что он понимает, о чем идет речь. Это далеко не всегда так. Большая часть пациентов изучают информацию в интернете, перед визитом к врачу. Если это новый диагноз, если вы только что сообщили пациенту диагноз, будьте уверены, что почти 90% пациентов, придя домой, первое, что сделают, это полезут в интернет смотреть, что же это за диагноз такой. Что они там прочитают? Бог весть. На какие ресурсы пациенты зайдут? Совершенно непредсказуемо. Какого рода информацию, насколько достоверную они там получат, неизвестно. Только 20%, только пятая часть пациентов будет готова обсудить с вами то, что они там обнаружили в интернете. Поэтому чем лучше будет установлен контакт с врачом у пациента, чем больше отношения доверия будут сформированы, тем больше шансов, что вы сможете повлиять на понимание пациента и обеспечить достаточную информированность, которая, как мы с вами убедились, ключевым образом влияет на приверженность лечению, на комплаенс. В профильной врачебной группе в Facebook однажды я обнаружила вот такой большой текст, он даже там, несколько скриншотов у меня занял. Доктор очень сетовал на то, что
пациент продолжает делать то, что доктор велел ему не делать, а именно курить. И для доктора однозначным показателем продолжения вот этого неправильного, некомплаентного поведения, однозначным указанием, это было однозначным указанием на то, что пациент не заинтересован в лечении, и доктор весьма решительно комментировал, что в таком случае он и сам не готов в полной мере вкладываться, всей душой вкладываться в лечение такого пациента. Он, наверное, будет очень коротко и формально с ним общаться, вот как он должен по законодательству, но не более того, никакой своей души он в это вкладывать не будет. Ну вот мы теперь с вами знаем, что, по крайней мере, одним из факторов, которое потенциально могло привести к такому поведению пациента, является действие самого врача. Да, что, возможно, врачу не удалось установить отношения доверия, возможно, его объяснения были слишком сложными, и он не проверял понимание, возможно, он огорошил пациента информацией или вывалил ее прям разом на пациента, дал слишком много. Утверждать невозможно, но в то же самое время задуматься о том, что в таком некомплаентном поведении пациента есть хотя бы доля ответственности врача, мне представляется исключительно полезным. Всякие сложные, неудобные вопросы, которые может задавать пациент, это может случиться сразу в тот же прием, на том же приеме, на котором вы сообщили диагноз ХОБЛ, или это может случиться когда-нибудь потом. Не так-то просто ответить на прямо поставленный вопрос, сколько я проживу. И если честно, ни у одного врача нету однозначного ответа на этот вопрос. Однако сказать пациенту «я не знаю» или «ну, вам никто не скажет, я тут не гадалка» – это большой удар по тем взаимоотношениям доверия, которые, возможно, уже сложились у врача и пациента. Поэтому правильный, корректный, честный ответ на этот вопрос, ну, например, будет звучать следующим образом. Вы знаете, ну вот мне и вообще любому врачу всегда трудно ответить на вопрос, сколько вы проживете. Мы знаем статистику, но мы никогда не можем достоверно, прям на 100% предсказать, применить эту статистику в отношении конкретного человека. Однако, что мы знаем? Мы знаем, что если вы будете выполнять рекомендации, то вы будете жить дольше, и качество вашей жизни будет выше. Вы сможете с семьей общаться, вы сможете сами себя обслуживать, вы будете самостоятельным, делать то, что любите. Пожалуйста, вот главное, выполняйте мои назначения. Вот этот текст про то, что сможет делать пациент, очень варьирует и зависит от того, как вы на этапе сбора анамнеза и беседы с пациентом, что вы узнали про то, что для него важно. Помните, у нас такой был первый этап, мы говорили для того, чтобы не вываливать на пациента всю информацию разом, а сказать ему ровно то, что лично ему будет интересно, мы сначала зададим ему вопрос, что для вас важно, что, какая информация наиболее актуальна сейчас, что максимально интересно. И в комментариях, в ответах на такой вопрос, доктор, сколько я проживу, очень уместно будет сослаться на вот ту информацию, которую вам предоставил пациент. Это счастливый дедушка нескольких внуков, и он хотел бы максимально долго прожить, чтобы увидеть, как они растут. Это человек без семьи, для которого критически важно, чтобы он мог обслуживать сам себя. Что конкретно важно для именно этого пациента? Вот на это вы сможете ссылаться в своих обоснованиях. Что при этом важно сделать? Важно смотреть в глаза. Далеко не все врачи это делают. В то же самое время это тот прием, который не занимает дополнительного времени, ничего не стоит и позволяет поддерживать доверительные отношения с вашими пациентами. Смотреть в глаза – это не значит не отводить взгляд, как на допросе, а это значит, что большую часть времени вы смотрите в глаза пациенту, иногда переводя взгляд и возвращая его назад. Держать паузу. Если вы что-то сказали, например, ответили на вопрос «Доктор, сколько я проживу?», сделайте паузу, не бойтесь ее. Дайте возможность пациенту подумать, свыкнуться с этой мыслью, испытать эмоции. Если он поделится с вами своими эмоциями, это ключевым образом укрепляет
то доверие, которое возникло между вами, и кардинально влияет на тот комплаенс, который он вынесет после визита к вам. Если это уместно, если пациент позволяет, и если, вообще говоря, они есть, неплохо пригласить к разговору родственников. Возможно, это не нужно делать в ходе первого визита пациента. А если вы ощущаете, что пациент, у него есть родственники, и они способны оказать поддержку, вы можете предложить пациенту, например, в ходе следующего визита, для следующего визита пригласить с собой кого-то из членов семьи или друзей как группу поддержки. И, наконец, последнее в списке, но далеко не последнее по значимости. В начале моего комментария я упомянула, что многим врачам бывает сложно впрямую ответить на такой вопрос. И мы говорили о том, что важно пациенту давать правдивый ответ, но в то же время не лишать его надежды. Вот для того, чтобы у врача была возможность это сделать, ему нужно обладать внутренним ресурсом, да, внутренним настроем и способностью справиться с необходимостью эту информацию сообщить. Врачу нужно работать с собственными эмоциями. Еще один непростой вопрос. Доктор, а я буду мучиться? Как это сказать? Вы спрашиваете об уходе из жизни. Сейчас этот разговор преждевременный, но я понимаю, что это вас волнует, если это так. Да? Действительно, ваше состояние будет постепенно ухудшаться. Однажды наступит день, когда вам потребуется кислородная или вентиляционная поддержка. Вот в этом месте имеет смысл убедиться, что пациент знает, о чем идет речь. Вы не будете страдать, вы не будете испытывать удушья, мучиться вы не будете. У нас для этого есть кислородные концентраторы, у нас есть аппараты для неинвазивной вентиляции легких. Вы всегда сможете получить помощь и поддержку, которая вам нужна будет в тот момент, когда будет становиться хуже. Но до этого времени у нас еще много времени. Прошу вас, выполняйте мои назначения. Тогда и качество жизни будет лучше, и вы проживете дольше, и мы со всем справимся вместе. Как видите, это разговор не столько врача с пациентом, да, как, наверное, психолога с пациентом. Это скорее психологическая поддержка. Пациенту не так важно знать, какие конкретно меры вы предпримете для того, чтобы ему помочь. Ему важно знать, что он не останется один, беспомощным, и что вы будете рядом, и у врача есть разнообразные возможности для помощи. Я здесь, я рядом, я с тобой. Это вот тот посыл, который врач должен транслировать в этот момент пациенту. Что нужно сделать в то время, как врач вот это все говорит? Говорить меньше, меньше слов и медленнее. В особенности, если у вас есть сомнения в когнитивной сохранности пациента. В особенности, если это пациент, например, пожилой. Очень часто врачи и другие медицинские сотрудники начинают говорить громче. Не надо громче, надо медленнее. Почему еще возникает идея говорить меньше и делать паузы? Потому что это очень мощный инструмент так называемого эмпатического слушания. Эмпатия – это когда мы транслируем ощущение пациенту: «я тебя слышу, я тебя понимаю, я с тобой». Да, для этого нужно, ну, испытывать сочувствие к пациенту, несомненно, кивать, дать пациенту возможность выговориться, если у него есть такая потребность, он узнал шокирующие новости, да, он, может быть, хочет в этот момент что-то сказать, и говорить: да, понимаю вас, это называется угу или ага реакция. Очень полезно в
тот момент, когда пациент уходит после вашего приема, дать ему какое-то материальное свидетельство, памятку, брошюру, какую-то информацию, которую он сможет изучить дома, вернуться к ней. Возможно, у него по этой памятке или брошюре появятся вопросы, и он на следующий прием к вам придет уже с некоторым пулом вопросов, которые хотел бы осветить. Письменную инструкцию. Дайте что-то, на что пациент сможет опереться, потому что, уверяю вас, большую часть того, что вы обсуждали в ходе первого приема, пациент не запомнит. Очень важно научить определять красные флаги, но это вы знаете лучше меня. И вот, наконец, наш любимый сакраментальный вопрос – это как убедить пациента отказаться от курения. Ну, прежде всего, хочу вас расстроить. По скандинавской статистике, лишь 37% пациентов с хронической обструктивной болезнью легких готовы были отказаться от курения при правильных действиях врача. То есть, если вы делаете все то, о чем мы говорили сегодня, лишь приблизительно 40% пациентов в итоге откажутся от курения. И главный вопрос, который давлеет над пациентом, это зачем ему отказываться? Ну, вот представим себе, что курение – это многолетняя привычка, она составляет часть жизни пациента, он не мыслит себе без себя без курения. Это такой же элемент его жизни, как рука, нога, вот эта квартира. Это существенная, очень важная привычка. Я обещала в конце рассказать, почему вообще люди готовы менять свое поведение. Эта формула пришла к нам из организационной психологии. Она абсолютно релевантна для ситуаций медицинского вмешательства, да, когда пациент должен предпринять какие-то усилия по медицинским показаниям. Если пациент хорошо понимает, зачем ему это нужно, зачем? Ну, например, потому что он проживет дольше, да? А пациент не очень-то хочет жить дольше, он не очень в этом заинтересован. Это звучит удивительно, но, к сожалению, это так. Многие люди совершенно не настроены удлинять свою жизнь, в особенности вы только что ему рассказали пациенту, что, в общем, эта жизнь будет довольно трудна, да, с хоббл. Если у пациента есть реальный шанс на успех, и у каждого из нас есть такие внутренние весы, которые позволяют нам оценить, вот это реально или нереально. Вот если я начну бросать курить, есть у меня шанс? У меня есть такое ощущение, что ничего мне не поможет. Да? Это абсолютно мое внутреннее ощущение. Ну и, наконец, последнее. В идеале это удовольствие от процесса. Ну, хотя бы, чтобы этот процесс не был для меня мучителен. Вот если все три фактора больше, чем те усилия, которые мне необходимо будет приложить, вот тогда я готов на эти усилия пойти. Если я не очень-то понимаю, зачем вообще мне это нужно, я крайне низко оцениваю вероятность успеха, да, бросаю, не бросаю, ничего не выйдет, я много раз пробовал в течение жизни, я все равно продолжаю курить, и для меня это невероятно мучительно, и я не буду прикладывать те усилия, которые мне придется для того, чтобы вот этих сомнительных, с моей точки зрения, результатов достичь. Поэтому в вопросе отказа от курения врачу крайне важно обсуждать, да, снова работать психологом и обсуждать с пациентом, для чего ему нужно это делать. Да, формально ответ понятен, для того, чтобы прожить дольше и качество жизни было выше. Но вот конкретно этому пациенту, что позволит повышение качества жизни и удлинение этой жизни сделать? Какие его цели реализовать? Важно обсуждать установки пациента на успех или неуспех. И, наконец, насколько болезненным для него будет сам процесс. Вот для того, чтобы немножко облегчить пациенту процесс отказа от курения, во-первых, мы можем предложить никотинзамещающие технологии. Во-вторых, нам очень важно обсуждать окружение. То есть буквально мы обсуждаем с пациентом, вот как он привык. Например, он приходит на работу и с коллегами идет и выкуривает первую сигарету. Он спускается вниз во двор, садится на лавочку, и там его социальное окружение, вот такие же пенсионеры, которые тоже садятся на лавочку, и они все курят. Да?
И для того, чтобы оставаться в этом социуме, пациенту нужно субъективно нужно придерживаться тех же правил, которые приняты в этом социуме. Поддержит ли окружение, например, поддержат ли члены семьи идею отказа от курения? Если курят все остальные члены семьи, готовы ли они бросить курить вместе с пациентом? Потому что для него это фактически вопрос жизни и смерти. Да, обсуждать привычки. Вот, например, как обычно пациент курит? Ну, обычно, говорит пациент, я вот беру сигарету, первую утреннюю, я наливаю чашку кофе, выхожу на балкон, выкуриваю эту сигарету. Вот нужно поменять весь этот цикл. Отказаться от кофе или перенести его на другое время или в другое место. Отказаться от похода на балкон. Отказаться от того, чтобы садиться в то любимое кресло, в котором чаще всего пациент выкуривает сигарету. Отказаться от стандартного маршрута, который лежит мимо киоска «Союз Печать» или киоска «Табак», где он покупает сигареты. То есть вот эти жизненные привычки имеет смысл обсуждать с пациентом в рамках помощи этому пациенту, да, в отказе от курения. Рекомендовать никотиновозмещающие технологии, это может быть пластырь, это может быть, могут быть леденцы, это может быть айкос. Но тут, конечно, важно обсуждать с пациентом, что вот эти все меры не способствуют снижению никотиновой зависимости и могут рассматриваться только как временная мера на пути отказа полного от никотина. Если у вас есть такая возможность, краткосрочная психотерапия исключительно полезна для решения задачи отказа от курения и в целом для поддержки пациента для принятия диагноза и повышения комплаенса. Возможно, в вашей медицинской организации есть психотерапевт, возможно, в вашем городе есть психотерапевт, и вы можете направить туда пациента. По крайней мере, с пациентом имеет смысл обсудить такую возможность. Это ресурс, который бы его мог поддержать. Ну и, наконец, последнее, мы про это уже говорили в другом контексте. Очень важно работать с собственными эмоциями, и я не зря привела в сегодняшнем докладе пост врача, который, очевидно, очень расстраивается от того, что он хочет все лучшее для своих пациентов, а пациенты как будто не пользуются этими возможностями, игнорируя усилия врача. Вот такое разочарование очень-очень непродуктивно, неплодотворно истощает и приводит к эмоциональному выгоранию. Вот чтобы этого не случилось, врачу очень важно работать с собственными эмоциями и повторять как мантру: 37% пациентов готовы отказаться от курения, даже в случае, если я сделаю все как надо. На этом я хотела бы лекцию закончить. Большое вам спасибо, что оставались с нами. Спасибо, что вы интересуетесь темой коммуникации в медицине и коммуникации в пульмонологии. Растите комплаенс пациентов и будьте счастливы!